Spell Test Yourself, Vocabulary and Grammar. Проверь себя, словарь и грамматика по английскому языку для третьего класса. Рабочая тетрадь к учебнику English 3, автор Кузовлев. Activity Book, Unit 2, Lesson 6, pages 24-25, exercise number 3. Первое задание этого раздела. Рассмотрите рисунок детей с родителями на пикнике и отметьте галочкой то, что вы видите на рисунке. 1. A family. 2. Parents. 3. Grandparents. 4. Mountains. 5. A stadium. 6. A bridge. 7. A circus. 8. A cake. 9. A doll. 10. A town. 11. A palace. 12. A kite. Выполните задание самостоятельно. Поставьте видео на паузу. Выполнили? А теперь проверьте себя. То, что мы видим на рисунке. A family – семья. Parents – родители. Mountains – горы. A town – город. A kite – воздушный змей. То, чего мы не видим на рисунке. Grandparents – бабушки и дедушки. A stadium – стадион. A bridge – мост. A circus – цирк. A cake – пирог. A doll – кукла. A palace – дворец. Well done! Перейдем ко второму заданию. Exercise number 2. Мэри рассказывает о своей сестре. Выберите подходящее слово в скобках и подчеркните его. My name is Mary Brown. 1. I am from near England. 2. I have got a nice sister, parents. 3. Her name is Nancy and she is, has got, a doll. 4. Nancy likes plays it very much. 5. She likes playing with it near our house. 6. She often, every day, takes the doll to the park. 7. One day she asked her friend Winnie, "Do, when, you want to play with my doll?" "No, thank you." 8. What, do, does, you want to do? "I want to play a game." 9. What game, where, do you want to play? "I like playing hide and seek." "Well, let's play it." А теперь выполните самостоятельно. Поставьте видео на паузу. Выполнили? Well done. Проверьте себя. 1. I am from England. Я из Англии. 2. I have got a nice sister. У меня есть классная сестра. 3. Her name is Nancy and she has got a doll. Ее зовут Нэнси и у нее есть кукла. 4. Nancy likes it very much. Нэнси нравится ее кукла очень сильно. 5. She likes playing with it near our house. Она любит играть с ней рядом с домом. 6. She often takes the doll to the park. Она часто берет куклу с собой в парк. 7. One day she asked her friend Winnie, "Do you want to play with my doll?" Однажды она спросила ее друга Винни, "Ты хочешь поиграть с моей куклой?" "No, thank you." "Нет, спасибо." 8. What do you want to do? А что ты хочешь сделать? "I want to play a game." Я хочу поиграть в игру. 9. What game do you want to play? В
какую игру ты хочешь поиграть? I like playing hide and seek. Мне нравится играть в прятки. Well, let's play it. Что ж, давай поиграем. Посчитайте, сколько у вас правильных ответов и какую оценку вы заработали. Задание на аудирование, письмо и чтение смотрите по ссылкам в описании. Если остались вопросы, пишите также по ссылкам в описании к этому видео. Увидимся в следующих записях. See you next lesson. Goodbye.